Все, пойдешь гулять со мной? Пойдете? Ой, 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 ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какие мы счастливы. Ой-ой-ой. Колобок там, сапог уже снимаю. Все, молодцы, сейчас пойдем гулять. Только по одному. Молодцы. Все, нельзя. Смотрите, Дуська сразу сейчас забоится. Нет. Нельзя, нет. Нельзя, нет. Нельзя, нет. Видите? Поэтому нет, нельзя. Красавчики, нельзя, нет, нельзя. Нельзя. Так, сейчас мы палатки наденем и по одному начнем гулять. Лун, пойдем, сейчас гулять будем, пойдем. Лунка, иди сюда. Стой. Стой. Лун, иди сюда. Давай, давай, времени нету, Луна. Пойдем гуляем. А Яврик хочет, да? А мы не пойдем за Яврик. А Яврик хочет, он не против будет. Не, подожди, подожди. Лунка, идешь гулять? Пойдем. Давай на цепь. Не бойся, пойдем. Давай, я ж не хитрю, как ты. Колобок, давай, помогай. Ну давай, вот смотри, Яврик, он не против, да? Смотрите, вот так, оп, все. Молодец, я же сказал. А, тихо, тихо, тихо. Увидели человека, все, с ума сходит. Смотри, граф там выпендривается. Давай сюда иди, некогда выпендривать. Луна, сюда иди. Все, стой. Луна, иди сюда, говорю. Сидеть. Сидеть, потом будем мне руки свои давать. Все, молодец. Стоп! Луна! Луна, сюда иди! Иди сюда, стой! 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 Луна, стой! Стой! Два часа буду с тобой делиться. Или шли лучше нам. Пофиги, так пойдет. Все, прогулка с Луной. Так, стейки возьму на всякий. Вдруг чьи-то питбули нападут. Мало ли что. Всяко бывает. Иди сюда. Буду бегать. Сюда иди. Стой. Молодец, стой. Не бойся. Пойдем гулять с Лункой. Так, а вы нет. Только Лунка. Лунка для гольфа. Да? Нельзя, Колобок, нет. Луна, иди. Луна, иди. Луна, иди. Луна, иди. А Яврик нет. Луна, иди. Луна, пойдем. Лунка, иди. Пойдем, иди, иди. Луна. Лунка, иди гуляй. Пойдем, 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 пойдем. Молодец, пойдем. Стой, стой, стой. Тихо, 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 нельзя. Подожди, 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 подожди. Подожди, погуляемся. Вот так. Вот и бомба, да? Что дома сидеть в такую погоду? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Чё, Дуська, ты в шоке? Тихо, тихо. Луна, подожди, не путайся, малыш. Не путайся, подожди. Да подожди, стой. Чё ты? Подожди. А ну встань, встань. Стой, стой, стой. Всё? Всё, 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 всё. Молодец. Тихо, тихо. Мы с тобой свалить. Пойдем, пойдем. Куда пойдем? Куда пойдем гулять? У нас морозец. Ай, нет, 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 нет. Сюда иди. Блин. Иди сюда, Луна, иди. Нет! Обойди, Луна! Обойди, давай! Обойди, говорю! Ну почему ты такая дурынь, да? Пойдем! Пойдем! Иди сюда! Короче, прогулочка. Будет что-то интересное, будем включать. Собачки там. Пока выключаем. Надо. Да блин! То сюда, то туда.
красотка как раз. Ох ты. Смотрите, как она бычит. Тот молодой. Что такое? Волки молчаливые, они страшно гоняют на все. Да, Лунка? Молча, молча. Без эмоций. Волки работают. Надо побольше собак, чтобы они привыкали. Надеюсь, там аяврик не выскочит ниоткуда. Красотка. Здрасте, здрасте, есть? Смотри. Это ваша теща? Это ваша собачка? Она и не моя, просто ебаться надо. А, живет у вас, да, пока? Понятно. Яички? Ну это они любят. Аскинс. Хорошо. Вот она была худая, но выжила такая. Поправилась, кстати. Уже лучше стала. А то вообще дохлячка ходила тут, походу. Да? Пойдем. Пойдем. Красиво. Так, пойдемте сейчас Марину напугаем. У нее много... Иди сюда, Луна. Почему? Я нет, она подойдет. Пойдем. Да не бойся. Она тебя боится, да она не подойдет. Она, волк боится. А? Что? Там гулял у вас там. У бабушки. Пойдем, вон какая. А вот как раз мы и Кристину встретили. Да по поводу Дины мне пишут каждый стрим. Скажи, когда поедем? С праздником. Тебя надо было с праздником. А? Сейчас? Про тебя надо было. Почему? Я же жду. Встретить. Я тебя не могла встретить. Только так, да? По-другому не решается. Че, когда поедем? Как договорим, ну там дедушка поправился. Да. Слава. Он приезжал уже. Когда тепло было. Ну давай слетаем, снимем ролик. Да, надо потом позвонить, договориться. Когда? Опять через полгода. Нет, телепочка. Красивая? Да, пушистая. Хочешь попробовать погладить? Не, не хочу. Не, она не укусит, она максимум отойдет стоп. Да, это Луна. Красотка, да? Да. Что-то мама говорила, что она какая-то толстенькая стала. Ну, по-разному. Ты бы надумала, что она беременная. Ааа. Типа такая толстенькая. Такая. Смотри, как она с тобой нормально. Ну попробуй, хочешь? Это твоя бегает? Да, это ты все еще. Это когда было? Этот, на Новый год, на Новый год, перед Новым годом. Или после, вообще. Не, на Рождество было. Тоже сейчас снега не было, на Рождество. Мы с ним такси ждем с Андреем, с братом. Ага. Прибегает, такая легла, такая гладь. А, такая, она да, она это? Так делает. Смотри, толстенькая, думаю, наверное, как твоя, скорее всего. Но бегают все ходы. Слушай, это... Так, вот он, наверное, за мной. Так, ну ладно, ты гладить не будешь. Не, не Лунка, иди сюда, Лунка. Иди, до Дубровски потом сходим. К вам щемится, видишь? Я, да, собака же. Так, все, поперли. Давай, Кристина. Тогда напишешь тогда, да? Все, давай. Пойдем. Лунка, пойдем, малышка, дальше. Дуська молодец. Дуська умничка. Вот волки любят то лево, то вправо. Я реально не понимаю, куда она хочет пройти. Чего солнце на закате. С Дусей нормально, молодец, он конец. Мы не поощряем такие вещи. Дуська молодец, прогулка с нами, да? Надо нас на Дусю привязать стейки. И пусть она всегда рядом ходит, как знаете, что-то случится. И хоть стейки, хоть помощь от нее будет какая. Пойдем, Лунка, пойдем. Молодец, девочка. Да не бойся ты. Эти в шоке, да. Увидела, увидела.
Там уже Аяврик побывал. Пойдем, она вон, люди увиделась. Забыла просто, да, красотка? Чего ты? Красивая, красивая. Красивая такая ты. Красотка. Пари. Кел, беду это, кел. Красивая. Лун, тебя сожрать хотят. Чё за фигня, да? Так, надеюсь, там граф шороху не наводит сильно. С Аяврика. Не дай бог, а то Аяврик-то отпущен. Ну, Аяврику сейчас не до графа должен. Но всё-таки по камерам бы глянуть можно. Сейчас выключу, посмотрим. Я скажу, что с Луной можно спокойно гулять. Дуська, давай не опаздывай. Она молодец. Ну, нам желательно 8-метровый, это 5-метровый, потому что маловато для волка, он хочет еще подальше отойти. Мы такой вывод с Луной сделали. А так гуляем, если что, включимся, ждите. Так, вспоминайте, да, куда мы идем? Мы идем до графа, он уже ждет нас. Граф не питбуль, а восточноевропейская овчарка. Что-то я шел резко, вот... Всегда, когда гуляю, графы, контент пиляем сразу. Сейчас он не поймет, что ты. Но он граф умничка, он умница. Он умный кобелек такой. Умничка граф. Пойдем. Пойдем, не бойся. Она не его боится, она боится людей. Волки собак не боятся. Вот такая красота. Да, Лунка, ты красотка? Луна? Ты красавица. Пахнет, пахнет. Пойдем, пойдем. Луна, пойдем. Где собачка? Луна. Ох, к нам едет. Это или Максим, или Руслан. А мы просто гуляем. Это кто-то. Лунка, иди сюда. Луна, иди сюда. Иди сюда, ловим, ловим. А, это Максим. А, нет, это Руслан. Не бойся. Не бойся, Лунка. Иди сюда, Луна. Иди сюда. Лунка, стой, 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 стой. Стой, социализация, Лун. Ой, Луна. Ну, Луна, иди сюда. Лунка, стой. Стой, Луна. 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 Стой, 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 малыш. Стой, стой, стой. О, подписчик наш. Здравствуй, привет. Сейчас я ее упущу, брат. Давай без здоровья, а? Да. Луна, иди сюда. Лунка, иди сюда. Пой. Луна, иди сюда. Ты че? Лунка. Луна, иди сюда. Иди сюда. Как это? Красивый? Лунка, иди сюда. Лун. Я говорю, а мы когда гуляем, вечно обязательно графу заходим. Не, брат, не, она лишь боится. Лунка, стой. Чего ты боишься? Куры, да, там собачки. Молодец, красотка. Да, один подписчик, один сосед. Все схутер. Че, она графа отпустить бы, да, прикололся? Она же девочка. Не, ну он не тронет. Но она тоже его точно не тронет. А да, прикольно все. Да не, она не тронет его, это девочка, брат. Да, это сука. Она ж у меня, ты же знаешь, они не такие прям. Луна. Никак Акела у Андрюхи. Порвать все что-то. Уже эти дебилы не перепрыгнули мы. А я в рисковку. Че, будем подпускать или потом? Да, ты из-за нее боишься? Нет, нет, вообще имею. А, да? 2 минуты, чисто типа привет, пока и все. Так я его полностью отпустил. Ну да, брат. А он ничего, он не будет никогда. Нет, конечно. Ну, а если б я бы упал? Ну, а. Лунка, иди сюда. Молодец, молодец. Вот его я не боюсь, а... Нет, 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 нет. Ты как она клацнула. Нельзя, Лунка, умничка. Нельзя. Офигеть, она клацнула. Ну, не укусила. Ты понял, да? Она все равно осторожно относится. Не бойся. Ты наоборот, гуляй.
Короче, он на измене, думает, что-то мне не понравились клыки. Нормально, пусть социализацию проходит. На. Брат. Смотри. Ой. Охренеть просто. Луночка. Ну вот его не боюсь, твоего боюсь. Оскара. Натуре он. В тот раз подошел я. Понял? Гриву как поднял. Или на. Или. Может и. Может из-за собак, понял, а мне страшно. Принесет палку, нет? А, конечно, принесет. Ага. Это ж спайк только в шкуре овчарки. Неси, да? Неси. То есть спайк в шкуре овчарки, однозначно. Да, неси палку. Лунка, иди сюда, малышка. Тут все свои. Хуторские. Красиво. Она просто питерская, с Питера. Да. О, чуть это дорога тут не совсем чистая. Иди сюда. Лунка. Она к вам точно не подойдет. А вот ты уходишь в мешки кидать? А? Покидай. Я кидать? Может, ты покидаешь? А я поснимаю? Чё? Сай свой сын на неё как она. Ух, вот это. Честно, я такого сказал, дома так прям не делает. Аж конкретно круто получается. Лунка, дайте мой ясен. Слышь, а вы не отпускаете со своим, да? Да. Ну это молодые были, а сейчас? У него с характером, мне кажется. Чересчур характер. Да, да, он. Это да, он красавчик. Я говорю, это вот копия спайк. Хотя не думал, что овчарки так больные на игры, понял, такие всякие. Вон. Ему играть и кушать не надо. Его кормить не надо, только. Так я говорю, спайк только овчарка. Офигеть. Нет, нет. Град, град, нельзя. Иди ко мне. Ко мне. Нельзя. Он защищает. Он защищает. Луночка, моя девочка. Иди сюда, ну-ка, иди, моя девочка. Все нормально. Он защищает. Видит, она агрессивная. Луночка, ты че, малышка? Не бойся, у нас стейки все есть. Овчарок разнимать легко, не переживай. Короче, вот так, ребят. Убежит домой сразу. Домой в стаю. Ну, если дорогу знает, то в стаю убежит. Если нет, в сторону леса, где потише. Луночка. Ну, конечно, братан. Тише. А, кого? Вязать? Все, сейчас буду, сейчас, братан, всех буду вязать. Да? Дай пал, дай. Еще. Молодец. Ай, тебе красавица. Он же не укусит, а? В руки, да, в руки, граф. Граф, в руки, да, граф. Я говорю, копия спайк. Вот в натуре тебе фартануло тоже собак. Лунка, чего ты? А не бойся, все тут свои пацаны хорошие. Не, красавчик, это, знаешь, не агрессивно, это умница такая. Без проблем. А ты тоже не бойся. Ну она не так боится, а яврики-то вообще всего боится, людей, шорохов там. Это поспокойнее ведет себя. Ну я не думал, что она так прям будет, понял, агрессивно. Клыки показывает. Все-таки и кабель. Лунка. Минус 5 было где-то с утра, часа 2 назад. Так. Гра, принеси, принеси там, куда ты? Да побежал, счастлив. Видишь, Лунка, какие они хорошие, а ты переживаешь. Иди, моя девочка, иди. Иди сюда, иди сюда. Ага. Палку, скажи, дай палку. Дай палку, граф, дай палку. Хитрая попа. Лунка, ну иди сюда. Люнечка, ну иди, моя яйцонка. Иди сюда, Лунка, иди сюда. Ловим, да, Лунку, красивую такую Лунку мы ловим. Где моя девочка? Все, сейчас пойдем. Пойдем, малышка, пойдем.
Вон граф, пойдем. Так, ладно, мы пойдем. Пойдем, Лунка, пойдем. Домой пойдем? Ну, пойдем домой. Пойдем домой. Так, пошли мы, ребят. Не, братан, не надо. Пойдем, так. Небольшое новое знакомство. Перегружать не будем Лунку. Пойдем потихонечку домой. Да. Лунка. Лунка, иди сюда. Ну, а? Луна. Луна, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, говорю. Иди сюда. Иди, малышка, иди сюда. Иди сюда. Иди, малышка. Иди, моя девочка. Все, все. Рядом со мной все. Все, привет. Все, не бойся, не бойся. Моя девочка. Пойдем. Да ты, моя девочка, боишься, а? Лунка чуть измену словила. В целом нормально. В целом хорошо. Ага, людей меньше, Лунка. Такая собака увидела, такая. Охотница начала. Охотница. Блин, я никогда не видел, чтобы она так, как сегодня с графом, с овчаркой, клыки распускала. Да. Вот эти вот малыши мне бесят, отвечаю, они постоянно. Вот представьте, с питбулем ходишь, они бывают нападают, а потом эти... Луна, что они хотят, задолбай? Вот. Из-за них проблемы у меня с прогулками. На поводках с собаками гуляешь, они двигаются. Это хорошо, не питбуль. Это хоть отпустить сможешь вовремя. Вот всем призываю хозяев, если ваша собака, вы за нее отвечаете, держите ее во дворе, выходите гулять с ней. Но никак так, чтобы они сами по себе. Завтра я буду гулять, вот так подойдет до моего питбуля, зарычит, погавкает, он ее переклацнет и все, я не буду виноват, не по барабану, а что за каждая собака буду тут следить. Все, вот что значит поругал ее, посмотрите. Все, ни машин не боится, ничего, а то я батарейку менял, у меня в снег упала батарейка из-за того, что она дергалась. Все, пойдем. Пойдем, Лун, иди. Давай, она присела на мою ногу. Пойдем, все. Надо баллончик поменять. Успокойся, все. Спокойно, веди себя. Все, вот уже все, вон машина, но она не будет сейчас так вести себя. Потому что поругал ее. Сюда иди. Привет, дядя. Привет. Луна, иди сюда. Нет, не, она... Луна, успокойся. Луна, успокойся, говорю. Пойдем. Пойдем. Луна, угомонись, говорю.